Всем привет! Сегодня суббота, 17 апреля. Приготовил вам пророст. Сейчас будем кормить. Все растут, линяют, перьев куча. На улице солнышко. Тут апельсинчики у меня появились. Ладно, вот пророст. Сейчас будем давать. Вот такой вот получился. Сейчас этим сначала взрослый. Теперь этим малыша. Смотреть, что есть. Взрослые уже увидели вкусняшку. Вот самочка вылетела с гнезда, поменялись с самцом, желтенькая вот эта. Стесняются меня еще. Да, вот у нас тут кто-то запел. Кто-то теленники уже запел. Самечки. Вот. Вон. Засранец. Ладно, пока эти думают. Метал сегодня перьев прям много. Так, все, первый пошел. У нас подсыпал он всякие там лакомства. Он начинает выбирать. Водичку спустилась попить. Вот, одно пошло, все полезли. С утра купались, пока за телефоном бегал, уже все, не полезли больше. Все, налетели на пророст. Тут он тоже таскает. Распробовали вкусняшку. Лопает.
летают за милую душу. И пугливо. Он вылетел, желтый самец. У них вторая кладка будет. Вон он вдалеке. Посмотрим, что у них будет. Вот первая кладка, вот птенцы их. Вон самечек распевается уже зелененький. Точно поет. И два желтых у меня самца уже точно знаю. Что прыгают, поют, так когда присмотришься к ним. Синяк прилетел. Чё смотришь, синий? Никак самочку ему нужно найти срочно. Бедолага уже там гнездо себе построил. Охраняет его вон тут дальнее лево. Никого не пускает. Никак никого себе не подберет. Все заняты, самочки. Эти корешки таскают. Взрослые вам только про рост обычно не хотят. Больше нравится.
Все, поели, теперь начинают песню петь. Ну все, на этом все на сегодня. Всем пока.